поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кей Румец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кей. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых Тобий. Давай, Цири, удиви нас! Что? Кобыла понравилась? У меня когда-то такая была! О, блин, я не успел, короче, да? Давай! Погоди, меня вытяни, не догоню, наверное? Да блин, серьезно. Черт, на волосок. Все видели? Да блин, я просто, ну елки-палки. Я хочу переиграть. Не, надо переиграть. Блин, ну, естественно, я просто не успел за джойстик взять. Она кричала, как сумасшедшая. Да, все, давай, все. Быстрее. Прощай, все, давай, это видео. Прощай. Я не могу смириться с этим поражением. Окей. В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кей Румец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кей. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых Тобий. Так, ну сейчас-то я его по-любому сделаю. Давай, Цири, удиви нас! Твой меч почти мой! Все, свободен! Быстрей! А ну покажи ей! Главное, чтобы запала не хватило. Давай! Все. Вихрь, а не девушка. Конечно. Ты достойна самого лучшего коня. Кобыла твоя. Благодарю. Что? Есть шанс отыграться. Грифон, что ли? Или кто? Или не грифон, какой-то другой, да, черт? Интересно.
Она кричала, как сумасшедшая. И все о споре тут же забыли. Все бежали, сломя голову, лишь бы шкуру спасти. И как? Удалось? Ну, одним да, другим нет. Но то, что вот потом случилось... Должен сказать, я много чего в жизни повидал, но вот такого... Ага, какой знакомый взгляд. А ты быстро учишься. Остальное узнаешь, когда отыщешь мою жену. Я этим занимаюсь. Что-то результатов не видно. Я не сразу понял, что они разделились. Но не беспокойся, я найду Анну. Так, ну-ка. Ты что-нибудь слышал о веленских ведьмах? Не обращаю я внимания на мужицкие байки. Деревенщине всюду мерещатся чары, ведьмы, дьяволы. И херо знает, что еще. Как ты здесь вообще оказался? Да никакой тайны в этом нет. Я служил в темерском войске. Отряд мой разбили в самом начале войны. А надежды отогнать врага уже не было. Ну, мы двинулись на север. А по дороге к нам присоединялись другие всякие дезертиры. Мы были, знаешь, как снежный ком, который с горы катится. Ну и когда дошли до Вронец, под моим началом собралось уж прилично людей. И вы так просто вошли в крепость? Да, местный владетель от черных сбежал и Вронецы просто бросил. Как только Нильфгард выиграет войну, я титул получу. И вот тогда закончится вся эта болтовня про барона-самозванца. Понятно. Я вот все думаю, зачем ты сговорился с нильфами? А что мне было делать-то? Броситься на них, а? Умереть героем? Я в гробу видал геройскую смерть. Предпочитаешь жить как предатель? А, да через минуту об этом никто и не вспомнит. Тимерии нет. Значит, и предавать нечего. Здешний нильфгардский гарнизон не слишком силен. Ну и что с того? Ну, перебью этих, тут же придут следующие. Черные затопят этот край. Это так же верно, как то, что я в робе дырка. Короче, с Гвинцем сыграть, но это слишком долго. Бин. Прощай, потом сыграем. С тобой. Окей, кстати, у меня же какие-то другие перчатки были, ну-ка. Что-то я не помню. Что-то я какие-то лоховские гоняю. А, нет, смотрите-ка. Так, 16, 15. Так, а чё, почему я эти сапоги с ледопытовкой? Так, они покруче. У них плюх разных побольше. Так, ну эти такие оставляем. О! Здоровье плюс. Ну эти покруче будут. Но у меня потому что здесь два камня. Еще. Так, это мы оставим. Это мы оставляем. Вот это все. Кидать. Ну куда? Ну куда? Так. Забыл, вроде сюда, да? Я что-то не помню. Это здесь было. Не здесь. А, вот она. Тут. А, не, я, короче, не. А, все. Не, на второй, на это подвал. Мне нужно вот здесь. Я думаю, чуть-чуть то думаю, что не похоже.
Так, тайник я хочу сбросить. Меч. Вот этот меч. Сапоги. Вот это. Так. Ну-ка, подожди, а что у меня там перчатки какие-то есть, да? Броня с ним, нет, пускай. Пойдем подойдем тогда. Все остальное. Погоди, ведьмак. Когда разыщешь мою дочь, можешь передать ей вот это? Тряпичную куклу? Ага. Какую-то куклу он нам дал, короче, понятно. Может, на эту чудище похоже? Чем могу помочь? Так, давай товары покажи. Что у тебя есть на продажу? Окей, у нее нормально у нее. 60 броня, даже побольше, чем у меня. А что, сапоги-то не продал, что ли? Стоп. Давай-ка. Бывай. Так. Меч 94. Так. Так. Короче, все мои мечи можно, в принципе, продать. Это так и сделаем. Чем могу помочь? Что у тебя есть на продажу? Блин, 60. Неплохо. Блин, что дорого стоит? Нафиг надо. 8, 7 стоит. 9. Кажется, проще разобрать. Бывай. У Красолюда спросим. Чем могу служить? Я хочу посмотреть твои товары. Так, разобрать. Блин, вот это даже покруче выглядит. Наверное, стоит. Что-то считать то же самое, да я еще и материал получаю.
тоже сразу починим, почему бы и нет. Так, что можем сделать? Место 2 плюс. Неплохо, кстати. Получится, да? О, вот это вообще. Плюс 54. Не хватает чего-то. Что, шкура драконида? Да. Блин, понятно, это пока не могу сделать. Так, 12 уровень уже. 9. Сапоги. Штаны мне нужны. 9, 11. Короче, тут только 6. И то у меня получается плюс 6 будет, да? Ну, что-то все по... Что-то мне это не нравится. Короче, можно вот эту... Какую? Соточку там была. А, это еще 16. Я только вот это могу, получается, сделать. Но он что-то мне не нужен. Ну нафиг, короче. Давай, короче. Бывай. Ласточка. Большой синий мутаген не могу сделать, да? Так. Лунная пыль. Масло против орга есть. Это пока не надо. Отвары. Отвар все детали.
Полученный урон повышает сопротивление урона до определенного предела до конца данного боя. Ну, неплохо, неплохо. Так, у меня уже 3 очка. Так, наверное, все-таки обманул здесь. Ой, не, подожди, что я сделал. Я хотел вот это прокачать. Потом. Обман. Да, надо бы, наверное. Так, подожди. Так, что это такое? Вот это, в принципе, мне нужно. А, я не могу, да? А, все. Значит, я ставлю вот это. И вот это. Подожди. Нет. И вот этот. Во. Мой знак от плюс 40%. Сюда. Мы ставим вот этот знак. Так вот делаем. А, подожди, я еще не все вкачал, да? У меня еще одно осталось. Так, что здесь у меня есть? Вот это, наверное. Сделаем.
Так, что у меня вообще по заданиям? Так. Это пока ладно. Дела семейные. Так. Давай вскать, пойдем посмотрим. Где у нас скачка? Начинается. Вот они. В общем-то можно. Пам-парам. Что это у тебя с рожей? Пацан, не мешай. Не мешай, просто-напросто. Эй, ведьмак, подойди-ка. Что? Неплохая работа моему Любушке подвернулась. Что ты хотел? Что, мастер ведьмак, не узнаешь? Ты нас с товарищем спас от моих собственных охранников. А, теперь вспомнил. Как вы потом добрались? Приотличнейше. И торговля у нас вышла бойкая. Так что теперь у меня много нового товара, если интересуешься. И все, разумеется, со скидкой. Ну-ка, давай посмотрим, что есть. Покажи мне свой товар. Серьезно? Хотя 89, а у меня сколько? А, 94. Нет, это не динамика. Сколько это стоит? Блин, капец. Да. Так себе, конечно, ты. Давай увидимся. Бывай. Всё. И глянь сюда. А их мечом и красным петухом покарали. Так что никто из села... У вас в руках такое ремесло, что нынче голодать не будете. А ты любишь сверчков? Ты их грызёшь или глотаешь? Дали, сука, себя обработать, как новиградские девки. Чего удивляться? Сами с ведьмаком связали. Откуда взялся этот ведьмак? Так, мы на скачке. Мы на скачке. Блин, далеко же идти, а? Так, с кем поговорить, с тобой? Мы можем поговорить? Можем. Только коротко и по делу. Я болтать не люблю. Я Радко. Устраиваю здесь во Вроницах скачки. Ты сам слышал. Хочешь попробовать? Скажи. Не хочешь — проваливай. Я в деле. Я хочу записаться. Да не нужно ничего писать. Просто приходи на закате и приноси золото для ставок. Блин, еще на закате. А, вот и ты наконец. Ага. Правила простые. Выбираешь соперника, с кем хочешь держать заклад. Делайте ставки, потом скачете. Туда и оттуда. Кто первый, тот и молодец. Кто второй, того нахер. Так с кем ты хочешь гоняться? С Матюхом Заикой, с Гансом Железным Гузном или с Черным Богданом? Давай с первым, с Матюхом Заикой. Ну, давай, не знаю. Ну, давай 50, что. Пусть будет Матюх Заика.
Вот увидишь, я тебя эх, сука. Ну, выкладывайте ставки и поехали. Пошла. Дороги увольни. На чух скачет. Фу, нифига, я просто. Это было сложно. Славно, славно. Видать, ты не только в чудищах разбираешься, но и в лошадях. Вот твое золото. А как придет охота снова погоняться, ты приходи. Ну, кто еще поскачет? Ну-ка, так тут можно, наверное, заработать неплохо. Давай. Сейчас мы, короче. Так как же, будешь состязаться или нет? Я в деле. Я хочу записаться. Да не нужно ничего писать. Просто приходи на закате и приноси золото для ставок. Мое почтение, Седой. Так с кем ты хочешь гоняться? С Матюхом Заикой, с Гансом Железным Гузном или с Черным Богданом? Давай-ка с Гансом Железным Гузном. Блин, сделаю его на 50. Пойдем, Ганс, посмотрим, насколько у тебя жопа железная. Я полжизни провел на коне, а вторую половину на пони. Меня не обскачешь. Ну, выкладывайте ставки и поехали. Ну, погнали. Давай. По коням. Пошли! Быстрей, драчка, быстрее. Серьезно? Блин. Я ему не дал просто пойти. Просто вообще. Вообще. Славно, славно. Видать, ты не только в чудищах разбираешься, но и в лошадях. Вот твое золото. А как придет охота снова погоняться, ты приходи. Давай. Кто еще поскачет? Сейчас там мне вроде что-то давали, нет? Ну-ка. Ну-ка. Так. Рюкзак. Что-то мне вроде дали. Так, годится. Так, ну это где-то какая-то ерунда. Это мы уже повесили.
Короче, смысла нету. Так, окей. Подавай еще раз. Да как же, будешь состязаться или нет? Я в деле. Я хочу записаться. Да не нужно ничего писать, просто приходи на закате. И... Ну давай, я уже на закате. Мое почтение, Седой. Так с кем ты хочешь гоняться? С Матюхом Заикой, с Гансом Железным Гузном или с Черным Богданом? Давай с Черным Богданом. Тоже полтику в шок поставим. В этот раз я прокачусь с Черным Богданом. Это правда. Прокатишься. Ну, выкладывайте ставки и о, поехали. Это что-то какой-то серьезный тип. Но. Блин, серьезно? Короче, окей, нифига себе. Короче, решили козни еще строить. В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цирь. Ведьмак отправился туда в компании Кейр. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейр навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых Тобией. Да. Ну ладно, сейчас мы разберемся. Не совсем понял, что нужно было там делать. Да как же? Я в деле. Я хочу записаться. Да не нужно ничего писать. Мое почтение, Сидор. Так с кем ты хочешь гать? В этот раз я прокачусь с Черным Богданом. Это правда. Ну, выкладывайте став. Я выиграл, нет? Я просто не заскакал. Нет. Славно, славно. Видать, ты не только в чудищах разбираешься, но и в лошадях. Конечно. Вот твое золото. А как придет охота снова погоняться, ты приходи. Ну что, я все выполнил, да? Шпоры. Ну, это хорошие шпоры какие-то.
Блин, это обычные шпоры, да? Блин, ничего особого, короче, нет. Окей. Зато бабла подняли. О. Блин, а чё, подожди, я не... Так, карта мира. Блин, далеко идти не хочется. Я думаю, сейчас, в принципе, вот так можно пройтись. Так, а как нам здесь можно? Ну-ка. Так, посмотрим, куда это. Блин, а я же здесь был. Ну, в принципе, можно, я думаю, тогда вот так вот пойти. Давай сюда, и сам вниз пойдем. Потихонечку. Давай. Человек бывалый. Так скажи мне, хватит ли вам раз в неделю? Так, молчать. Сейчас мы скачем. Плотва. Чем ты ныряешь? Нырять не надо.
Ясно. Давай, ты что тут можешь мне дать? Зачем ему были нужны крысы? Сучьи твари! Лопатой бы их порубил или потравил бы, что ли? Ты видел, что он с ними делал? Что-то я по миссии про это прошел, видимо. Кейра? Что ты тут делаешь? Геральт! Ну, ты меня и напугал. Ну нет, колдун говорит, принеси мне крыс, только чтоб здоровые, а не у кота из глотки выдавленные. Это светильник из эльфской шахты? Что там насчет крыс? Ах, ничего серьезного, потом объясню. Сначала скажи, что тебя привело. У тебя есть какие-нибудь вести о чародейках из ложи? Нет. В такие времена опасно знать друг о друге слишком много. И ты даже не пыталась с ними связаться? Несколько раз мне хотелось, но я даже не знаю, кто ответит и кто будет слушать. Я просто обязан тебя спросить, что ты тут делаешь? Дай-ка подумать. Может быть, дышу свежим воздухом? Или восхищаюсь видами? А может, я укрепляю вечность? Я тут скрываюсь, Геральт. Ты слепой? Ты о гонениях на чародеев? Да. Я говорю о новом увлечении. Ты что, не слышал об охотниках за колдуньями? Убийцы прочесывают север вдоль и... Ну, к делу. Зачем тебе этот светильник? Ты же видел. Чтобы общаться с потерянными душами. Не знал, что тебя интересует магия такого рода. В этом нет ничего дурного. Ну да. А с чего вдруг эльф пообещал тебе светильник? Это был обмен. Ему требовалась сильная магия, и он почувствовал, что я непростая заклинательница бородавок. Я приготовила ему микстуру, замедляющую деградацию нервных тканей. Это лекарство может, например, остановить потерю памяти. И кому он собрался его давать? Он не сказал. Ты говорил, у тебя есть какая-то просьба? Да, есть. Ты же слышал о проклятом острове на озере Моречка? Мужики постоянно о нем рассказывают. Говорят, мол, там призраки обитают. И будто живым оттуда никто не возвращался. И что за проклятие на этом острове? Этого-то я и не знаю. Я должна его снять, а не смогла даже источник найти. Что-то же ты знаешь? Ну... Проклятие как-то связано с башней. Там после нападения Нильфгаарда укрылся Всерат, властитель этих земель. В деревне, говорят, крестьяне с голоду поплыли на Коломницу просить еды. И их там перебили. Ты поможешь мне снять это проклятие? Я знаю, ты в таких вещах мастер. Очень тебя прошу. Так значит, крестьяне приплыли на остров за едой, а властитель приказал их перебить. В деревне говорят, он их отравил. Какой симпатичный правитель. Я с ним не встречалась, но чародей с острова рассказывал о нем. И по рассказам Сират не показался мне таким уж жестоким. На острове жил чародей? Ты его знала? Что с ним стало? Мы были друзьями. Он погиб вместе с остальными. Там почти никто не уцелел. А те, кому удалось бежать с острова, позже умерли в мучениях. Но не думаю, что это был яд. Почему для тебя это так важно? Не для меня, а для местных мужиков. Расколдуйте остров, барыня, вы же такая могучая колдунья. Пристали, покоя не дают. И что? Мне казалось, ты не особенно считаешься с местными. Ты же такая могучая колдунья. Если я не сниму проклятие, они могут решить, что не такая уж и могучая, чтобы рисковать
и прятать меня от охотников за колдуньями. Не думала, что тебя настолько заботит чужое мнение и собственная репутация. Слушай, я не для того забралась в этот медвежий угол, чтобы так нелепо попасться какому-нибудь хаму с траурной каймой под ногтями. Давай я тебе помогу. Я знала, что это дело тебя заинтересует. Тебе, разумеется, придется сплавать на Коломницу. Я счастлив. И что мне там делать? Сперва установи контакт с духами, которые блуждают по острову. Возможно, они подскажут, как найти источник проклятия. Думаешь, они окажутся настолько общительными? Да, если ты возьмешь мой магический светильник. Потом можешь оставить его себе, в награду. Ты сам увидишь, вещица эта весьма полезная. Может, ты просто сплаваешь со мной? Я уже пыталась пробраться на Коломницу. Но магия проклятия слишком сильна, у меня чуть голова не раскололась. И поэтому ты посылаешь туда меня? У тебя просто задрожит медальон, а у меня кровь хлынула носом. В Аритузе меня учили распознавать тончайшие колебания магии. А это было как удар кистенем. Ладно, не оправдывайся. Можешь взять мою лодку. Я оставила ее на берегу, рядом с деревней. Думаю, она до сих пор там. Если только не сгнила, как и все в этих краях. Как действует светильник? Берешь и светишь, или нужна какая-то магия? Просто поставь его в месте, где лежат кости, и услышишь шепот. Только это не всегда приятно. Могу представить. Я потом тебе все расскажу, исключая шокирующие подробности. Тебе не придется ничего рассказывать. Я дам тебе ксеновокс. Он позволит нам общаться на расстоянии. Ты будешь описывать, что видишь, а я смогу подсказать, что делать и на что обращать внимание. Никогда не слышал о ксеновоксах. Это примерно то же, что и мегаскоп, но гораздо удобнее. Просто говорящая магическая коробочка. Просто говорящая. Его сложно сделать? Очень. Поэтому они настолько редкие. Я бы точно не сумела соорудить ничего подобного. То есть ты не думаешь, что в ближайшем будущем каждый чародей заведет себе по ксеновоксу? Очень в этом сомневаюсь. Скажешь еще что-нибудь полезное? Пожалуй, нет. Ну, иди уже. Мне страшно интересно, что ты узнаешь на Коломнице. Так что потом обязательно ко мне загляни. И, Геральт. Спасибо. Вот так вот просто шел и, короче, наткнулся на нее. Все далеко идти, нет? Еще топать. Еще бандиты. Oh!
Ну и чё? Ну и чё вы, ребятки? А блин, один убежал, мне кажется. Так, что тут, ну-ка? Понятно, тут дезертиры. А, это тут было. Точно-точно было. Угу. Так, и куда теперь? Блин, сюда, да? В принципе, почему бы не повать помню. Так, окей. Погнали дальше. Все, посмотрим, что там за меч у нас. Ну, вообще ни о чем. Серьезно, что?
готовы все. Ну-ка, он может меня этот возьмет. Хлопот ищешь? Они сами тебя найдут. Оружие возьмешь? Нет? Чего? Покажи свои товары. Не хочет, да? Хочет. Бывай. Так. Окей. Да, блин, мне кажется, сюда быстрее получилось. Что, драться расхотелось? Блин, продайте тут теперь нужно где-то. Все. Так, сюда идем.
О, сундук. Годится. Так, ну вроде все, да? А, вот еще сундук один. Ну теперь вроде бы все. Спасибо, сударь. Вы мне жизнь спасли. Если вы окажетесь у нас в клинике, заглядывайте. Я вас за так подстригу и побрею. Четко, четенько, спасибо, цивильник, давай. Так, что у меня там, 86, надо сейчас еще туда сходим, и потом нужно будет все подавать. Вот раньше была жизнь, прям был все пару бутылочек самогонного. Угу. Понятно. О, сколько их вас тут. Окей. Ну-ка, если быстренький перепотнуться. Все-таки нужно сначала добежать до сюда, и потом можно. Я его не убью.
Так, он им плавает. Ребята. Ну, сейчас. Так, что-то не получается. Что там было? Лифт какой-то. Это неплохо. Нет. Так, стоп. Наконец, отсюда подстелю его. Я мог бы, наверное. Короче, понятно, ладно, ничего тут нет. Все мы уже забрали отсюда. А, ну только вон что-то есть.
Так, ну подожди, у нас дофига чего валяется, так что надо тут на пошариться. Да, можно, можно.
Ох, ну и вонь.
Да. Так, ну что, куда дальше? Здесь мы не можем ничего сделать. А, вот пойдем к этому музыкам сначала. Это, да? Стоп тебя! Не давайте ему проткнуть! Лучше его, ребята! Все. Вроде все.
Так. Блин. Да, тут дофига всего. Блин, это не сундук. Так, как там я, куда она показывала? Чуть даже чуть-чуть. Помочь попробовать все-таки. Получится. Thank you.
Нужно. Thank you.
Вперед, плотва!
Ну, пошла. А я-то деда в лес за сухим хворостом послал. Раз, два, три, ведьми в дуба! Спасибо за... Чем могу служить? Я хочу посмотреть твои товары. Thank you.
Бывай. Ну куда? Занят я.
тебя, седой, тоже вид, будто вчера всю ночь нажирался. Барон, что, баронета? А я как захочу, какую девку трахну, так и трахну. И хер я ложил на всякие запреты. Thank you.